Так, итак, ребят, всем огромнейший привет! Сегодня у нас будет небольшой новогодний подкаст. И, конечно же, хотелось бы сходу сразу вас поздравить с Новым годом, с новым 2018 годом. Желаю вам процветания в этом новом году, чтобы у вас все было замечательно. Конечно же, чтобы все было хорошо с учебой. Нужно учиться, ребят, кто бы что ни говорил, но учиться нужно. Учеба — это немаловажная вещь в нашей жизни. Да кому я рассказываю? Я думаю, вы все уже знаете, сами все понимаете. Конечно, аудитория Ютуба у нас в большинстве случаев — это основная аудитория Ютуба — это подростки. Но, конечно, есть исключения, поэтому я сразу начал с учебы. Учеба, учеба прежде всего. И, конечно же, нужно учиться и заниматься еще каким-то любимым делом. Потому что на одной учебе, ну, это очень скучно в нашей жизни. Кроме учебы нужно чем-то еще заниматься, спортом, каким-либо видом деятельности, который вам нравится, ваши хобби. Ребят, поэтому я хочу вам пожелать, чтобы вы нашли себя в этом новом 2018 году, и чтобы вы шли к своей цели, чтобы у вас все получалось. Конечно же, хотелось бы вам пожелать еще побольше деньжат. Деньги играют огромную роль в нашей жизни, поэтому я думаю, вы со мной согласитесь. Главное — семейное благополучие и, конечно же, материальное благосостояние. Да, ребят, 17-й год был не очень таким простым, не очень легким. Ну, конечно, у кого-то он прошел замечательно, но, ребят, в общем, я вас поздравляю. Я вас поздравляю с новым 2018 годом. Желаю вам всего самого наилучшего, конечно же. И давайте пару слов скажу по поводу канала, что же у нас случилось в этом новом году. Конечно же, у вас становится все больше, очень много подписчиков, очень много зрителей. За год я был удивлен немножко, я был удивлен, что на меня подписываются. Это, конечно, ребят, очень приятно, это очень сильно мотивирует. Ваши лайки, ваши комментарии, которые вы оставляете. Канал для меня стал не просто хобби, это стало, не знаю, даже, наверное, второй жизнью для меня. Потому что YouTube — это такая платформа, где ты можешь делать все, что угодно. Все, что угодно, все, что пожелаешь. И YouTube, конечно, в этом плане очень хорош. Так вот, ребят, надеюсь, что 2018 год принесет нам, конечно же, больше новых зрителей. Это уже я желаю чисто для себя. Вы, конечно, можете оставлять в комментариях ваши пожелания. Мне будет очень приятно. Я обязательно постараюсь ответить на каждый комментарий, отблагодарить вас. Ребят, пишите ваши пожелания в комментариях, что вы хотите пожелать моему каналу. И, конечно же, ставьте большие пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Также, конечно, хотелось сказать огромное спасибо всем подписчикам, которые на протяжении всего времени находятся со мной, поддерживают меня. Это очень и очень приятно, ребят. Спасибо вам, что вы есть, что вы мотивируете меня снимать ролики. Конечно, под конец 2017 года роликов стало не так много. Есть свои дела у меня, есть заботы. Но я стараюсь, ребят. Я стараюсь уделить время, как только появляется, сразу же для вас. Фу, ребят, ну как-то вот так вот, наверное. Как-то вот так вот. Что-то я немножко затянул, опять же. Ну, 2018 год, посмотрим, как он пойдет. Посмотрим. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы с вами будем потихонечку развиваться, ребятушки. Будем потихонечку развиваться, будем подниматься. Это не предел. Это не предел. Сейчас у меня 3000 подписчиков, но я думаю, через годик мы с вами сделаем очередной подкаст, и нас уже будет намного-намного больше. Ладно, ребята, я с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Спасибо, что вы остаетесь со мной на протяжении всего этого времени. Надеюсь, дальше будет только лучше, и вы будете радовать меня вашими комментариями и, конечно же, вашими лайками. Мне, ребят, очень приятно с вами находиться. Моя аудитория самая лучшая. Я, ребята, я вас люблю, я вас целую. Поздравляю вас с Новым годом. И да, ребят, всем удачи в новом году. Всем спасибо, что вы остаетесь со мной, опять же. Мне это очень приятно, и это очень сильно мотивирует. Ладно, ребят, все, всех с Новым годом, всем удачи и всем пока, ребят, счастливо.